опять слабо, а что у нас в тренировке? Что, обратно выйти нельзя? Ой, тренировочный склад повалит вам. Испытайте свой отряд. Уже не испытаем. Испытайте свой отряд против группы равной силы. Тренировочный бой никогда не наносит ранений важным героям и не принесет вам славы. Вам они позволяют без вас испытать физическую тренировку. Будет давать вам подсказки в объективной игре и может сказать, что в любом случае приходите сюда и проверяйте. Спасибо. Давайте пойдем дальше. Нам нельзя останавливаться по возможности. Его еще раз затем тройки, по-моему, вот здесь так вон из крабов. Каждый дурак уже на него уже так говорит, а один из них заставит удалить. Если их я тоже у вас, но если они еще здесь были, и... Если бы взят, на кон 24 недели, просто на два, то что отпустите, когда вы Давайте так понимаете меня, если меня хотите делать то, что можно не спасать или чем попробовать, чего больше. Все сказано так же мало. Убили с нам жалости. Давай его. Спарта. На этот раз спарта. Что просто дырный друзья с третий раз попьет, попьет с минуточку. Драйвер чинчит, из хвоста каравана. Рано, без тысячи лет, совершает, не идет на ногу. Я вспомнил прожитки бросают лучше, как я понимал, зачем он. Все бросают лучше, и там крепко привязывают детство в программу. Я смог продать зверь, он смог выбрать собаки на свете, и пожалуйста. Я не смог его услышать. Она смогла понять, что происходит. Я сам был упал. Как бы сразу был все рядом с ним. И так. Ну ладно. Все хорошо. Once a strong, thriving city, the walls of Frostvedlen now just keep the howling winds at bay. With luck, they'll hold out against Dredge as well. Проснувшихся людей, которые окажутся перед Фростфеллером. Тут через 3 дней врат закрыты, вы останавливаетесь у ножа холма. Почему у них закрыто? Все это плохо выглядит. Почему так много людей с самыми тенами города? Мы не можем оставаться в открытом поле. Он находит на сердце убежды. Я говорил с местной женщиной. Что Фростфеллер записал в зале, тогда они и закрыли ворота. На предупреждение этих холмы стал красными. Отложный показан. Прямо внутри города. Как
Идем дальше со всем нашим караманом. Хьюго сильно уходит, если так далеко, что их можно считать его конорожным. Дороги движутся на юге, предложены за запад. Не бойтесь, как на пути. Змеи клык твердый, чем сильно уходит там варлов. И через пусть, и через пустошь, и чем люди не выживут. Мне не нравится ни одна из этих идей. Потому что они все плохие, потому что может быть и речь. Мы должны попасть внутрь. Пойдем к городу, чтобы солдаты. Я буду открыть эти ворота. Посмотрим, нет ли другого входа проще. Начнем ломать народ. Я не собираюсь внутрь. Просто очень сильно надавить. Давай. Открываем ворота, вы подходите к воротам, вдруг собралось несколько человек. Несколько человек, на истоптанной, залитой кровью, получается, перед воротом уже несколько дней, как будто бы их сначала не делал. Так, словно их там специально положили. То торпеда перебезусь, стать лучше, всем своим видом показывающим, что круто его идет. Мужчины и женщины периодически высыпаются в концерте. Перемешки в призы, кратом камней и проклятий. Верно, все успеваются на острове. Вокруг меня специалистов. Переговорить со странниками на сне. Тирит враг, просит другой ответ, это не утро. Уходите с толпы и идёте назад, как тоже помогу. Постоянно. Постоянно бросок вот на берег. Показывает вот. Может быть, мы сможем там найти помощь, чтобы прыгнуть, сделать что-то полезное. Вырезаем маркет. У нас есть тут три. Да, плюс три. Плюс один, прям плюс девять, плюс десять. Серьезно, я готов поправить 3-4 смерти следом ворота, которые там будут чертами, когда они будут зря не будут за последний день. Когда я выйду в какой-то неверно, что это самый разумный план. Лучше попробовать, не будем пробовать, лучше попробовать. Ивер забрасывает еще себе на спину, идет к разумщике, я его смотрю, я забрасываю. Ивер крепко упирается ногами. Далекая плечом, если бы стоит дверь трещит, но больше ничего не происходит. Горят нам глаза, начинает дрожать. Лучше, чтобы включать скорее тем, кто охотится в городе, чем тем, кто снаружи скрип с нас громче поперек. Оставим треск. Творки на вас все разрекаются. Помогите им, мужчинам, тем громадчикам. Да, мы короче, то видите, что почти все просят на помощь. Вот, ваша помощь. Напор на это распахивается. Не оказывайтесь лицом к лицу, особенно куражным стражником, вы крепите приказ открывать. Такое было вообще-то не обязательно, но то ладно. Это мало, блин.
Сейчас лучше
Которые не лежат у ваших ног, будут вам мощнее жизнь прорваться. Используйте возможность, что через несколько секунд подхватит это лет, и все, чем вы можете высказать, за которым след наносит действие правильно. Что вы, черт возьми, делаете? Заходим внутрь, чуть веру. Да, уж я вижу, я впечатлен. Да. Все эти люди, которые здесь, это мертвые. Все эти женщины и дети с вами мертвые. Все вам за то, что вы видите из них людей, кто держит себя на основе. О чем ты говоришь? Человек приказывает сразу, как ты говоришь, причем другие беженцы. Если бы я знал, что пришли ворота с воинами, я бы услышал вас внутрь. Я Акил, я из Алта. Вы слышали о воде? Мы слышали, что он открывается в тронном зале. На самом деле, наверное, имеете в виду скрывается могилу, он уже трогает, если вы еще не поняли, что произошло здесь. Вы только они услышали твой драгом, они перевели всех, кто не мог сражаться и отыграться. Здесь, по крайней мере, три клана появились на территории, когда они не были лучше из них этого чертова варвара. Клан Ляда и прожимали печатный слух, как сделать его очевидно. Он больше, в большой опасности здесь, чем снаружи. Слушай, я здесь командовал ПП. Сегодня я скачал с вами. У вас есть люди, которые могут сражаться в армии. Сегодня не слово плохо. Я могу больше толку разместить в турном зале. Там безопасно вы будете драться, и я буду ведено. Да. Просто говорю. Я не принимаю чью-либо сторону зону, только для хорошего действия с плохими. Но я хорошо разместить свой стад и позаботиться только о себе. Это не пойдет. Все, что я хочу, сделать прямо сейчас, это уйти, черт. Тщательно подумай о том, чего ты хочешь. Если я хочу все, пока мы не взяли, и здесь не станет спокойно. Варл сильнее, позаботьтесь сами. Варл будет сильнее, если не будет заспорить. Вы чувствуете, как Эйкин меряет за вас взгляд, а его указ пираты, я чуть пираты. Это очевидно перед нами. Это дальше, надеюсь, что следующая наша встреча не начнет все равно пролететь. Когда ворота закрываются веки, вы летите еще за одну третью ногу. Надеюсь, что мы знаем, что это было. Мы были в моем проходу веки. Глава 3. И было не до сна. Взять, посмотреть, сколько вы раскормите на оружие еще больше. Так что вы не проверите. Страшный дух. Лишь сейчас узнав, что мог обращаться к вам. После гибели Бога мира все ждут, что решение будет принимать вы. Это сильного матка. Молоко. Я тебя слышал. Что ты говорил? Извини, просто устал предлагать. Я говорю, что вернулись в Орлу, которых мы послали в Стрэнд. Наместник дал нам большую часть того, что мы просили. Хороший наместник сильно сопротивлялся. Говорил, я думаю, что он бы был рад тому, что мы купим его войну за его же деньги. Он также настал, что мы взяли его руки, чтобы следить за его собственностью. Человек по имени Эрик. Эрик, я его встречал, он мне показался достаточно компетентным. Так или иначе, наместнику придется смириться с этим, если он хочет, чтобы его восхищили драконами. Пока тебе не было,
Мы крушили всех адрагов, сбредевших сюда. Да-да, хвали трепать языками. Ты веришь, что твоя рана затянулась, люди? Я согласен. Итак, уже много пошли на приказах. А уж если с принцем что-то случится на дипломатическом миссии, Алиан в конец. А то и хуже. Они правы, Лудин, возвращайся в Стрэнд. Иди домой. Лудин сам принимает решение. Вовне играть, не причина оставаться. Они правы, возвращайся. Почему? Разве вы не прославили убийцы драгов? Как же вы пропустили их так далеко на юг? Мы не клялись защищать весь мир, следить за своим тоном. Если не здесь, значит, леди, что-то пошло не так. И ты не должен быть здесь. Тогда придется снова сюда тащиться. И второй раз я этого не выдержу. Либо видимо нуждаешь дороги, либо делай свою работу и убивай драков. Люди резко развиваются и с мрачным видом отправляются в свою часть лагеря. Идти поблуждающие дороги с таким количеством бойцов не вариант. Я бы мог бы развить череп этого мальчишки одной рукой. Если детям не удастся говорить, придется с ним как-то мириться, не позволять людям и людям вести себя из терпения. Пошли меня уточнить смотреть на эту свалку. Что мне сказать воинам Хака? Пусть будут осторожны. Ни к чему новому. Скажем, что мы по краям горного схода не драгом. Скажем, что мы не снимаемся, пока не отобьем щит. Пусть будет пока. Будут осторожны, пока мы ни к чему не придем. Вот сделано, дай приказ, мы будем искать. И давайте на этом посвящение закончим. Спасибо за просмотр. Всем пока.